Всем огромнейший привет, меня зовут Банчикс, и я безумно рада, что ты попал на мой канал. И вчера, думаю, все знают, что у нас вышла вторая неделя нашего нового ивента, и появились новые, питомцы, новые там всякие приколюшки, поэтому сегодня я буду снимать, так скажем, открытие, ловли рыбок. Ждем прогружения рыбок и давайте посмотрим на них. Это вот такая вот легендарная, очень красивая рыбка, вот такая вот ультраредкая, она на самом деле мне больше всех, наверное, нравится, и редкая вот такая вот оранжевая. Теперь давайте посмотрим шансы. На оранжевую у нас 70%, на вот такую вот розовую 25% и на легендарную всего лишь 5%. Довольно-таки, на легендарку очень-таки маленькие шансы, то есть 5% это не так уж и много. Но перед открытием посмотрите, пожалуйста, мини-рекламку, она будет для вас полезной. Star Pets – это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. А теперь, конечно же, сейчас разберемся, как же кидать мячики. Я знаю уже, что один бросок стоит 16 тысяч, а это ничего себе такое, знаете. То есть редкий питомец нам выйдет как минимум 16 тысяч тикетов, а это довольно много, ребят. И давайте сейчас разберемся, посмотрим, да, правда, он стоит 16 тысяч, этот мячик, и давайте его купим. Почему-то мне не покупается, но давайте я встану сюда, вдруг это как-то влияет, я не знаю. И да, ребята, это на самом деле влияет, и мне уже выпала ультраредкая розовая вот такая вот рыбка. Перед началом еще хочу сказать, ребята, обязательно подписывайтесь на меня, так как мне осталось совсем немножко до 20 тысяч, и, возможно, это видео мне поможет добить 20 тысяч, поэтому обязательно подписывайся, мне будет очень приятно, и ставь лайк для продвижения, если это видео, конечно же, вам понравится. Но она выпала уже ультраредкая рыбка, и это на самом деле очень прикольно. Я проверяла сейчас шансы, и да, там 25%, довольно неплохо, ребят. Так что давайте купим второй мячик, да, и кинем. В этот раз, конечно, мне не повезло. Мне была редкая рыбка. Что и ожидать со второго раза. Конечно, хотелось бы легендарочку, да. Но, в принципе, не так уж и плохо. Начало уже довольно хорошее с ультрарарки. Я уже открываю третий такой вот мячик, точнее, кидаю. И мне опять выпала ультраредкая рыба. Ребята, это прикольно. Она очень красивая. И надеюсь, в этом видео выпадет 4 рыбки. И, может быть, подписчица делает неонку, так как она вроде делает неонки. И четвертый раз я кидаю, и мне выпадает опять розовая рыба. То есть из 4 раз мне выпало уже 3 ультраярки. Но это вообще очень хорошо. И дальше мне выпадает вот такая вот редкая рыбка. После 3 розовых рыбочек, конечно, легендарочку не ожидать. Но все-таки я очень надеюсь. Обязательно поставьте лайк, чтобы мне в этом видео повезло. И как больше было ультраярок. Но мне выпала опять редкая рыбка, и почему-то здесь не особо везет. Также, ребята, у меня пока есть время напомнить про свой телеграм-канал. Подписывайся, ведь оттуда я выбираю человека на прокачку. Но мне выпала опять редкая рыбка. Уже 4 редких рыбки и 3 редких. Сначала нам очень везло, а сейчас нам опять падают редкие рыбки. И опять, ребят, что это такое? Алло, розовую хотелось бы даже побольше. Розовый мне даже больше всех нравится. Даже, наверное, больше легендарки, если честно. Как сложно бы не доставались эти рыбки, мне кажется, они все равно обесценятся, как обычные легендарочки. Поэтому быстрее трейдите сейчас этих рыбок, но мне выпала ультрарарка. И это на самом деле очень прикольно, ведь у нас уже 4 вот таких вот розовых рыбок. Но, кстати, аккаунт не мой, мои подписчицы, мы там договорились, поэтому да, все круто. И опять ультраредкая рыба, ребят. Наконец-таки начало вести, поэтому продолжаем.
И у нас осталось совсем немножко, осталось на 2 штучки, на 2 мячика, и выпала редкая рыбка. Ну, уже как бы на легендарку надеяться я не буду, но все-таки, конечно же, хочется. Опять редкая рыбка, и все, ребята, я потратила все мячики, и все, у меня больше нету как бы этих тикетов. Поэтому давайте рассмотрим рыбок. Вот таких вот у нас рыбочек нормальное количество выпало. Они довольно прикольные, если честно, хотелось бы побыстрее увидеть их в неонке, либо же меги. Ну, я сомневаюсь, что их буду делать неонки или меги, но надеюсь, другие блогеры будут их делать. И я посмотрю на них трейды, так как они очень красивые и прикольные. Поэтому, надеемся, будем смотреть вместе. Ну, а также, ребята, думаю, многие знают, что у нас появилась вторая такая вот часть обновления с поняшками. Если честно, я не особо там разобралась, но давайте все-таки посмотрим. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, я уже прибежала к поняшечкам, и давайте рассмотрим этих красоточек. Они реально очень крутые. Здесь вот такая вот поняшечка, очень красивая. Не знаю, как она называется, как они называются на русском, но какие-то вот такие вот интересные лошадки у нас присутствуют. И давайте поговорим с человечком, вдруг он нам что-нибудь расскажет. Ну, на английском мы не понимаем, поэтому ничего не поймем. Но думаю, тут говорят опять какую-то фигню, ну, в общем, как всегда. Я пока еще не разобралась, поэтому ничего особо рассказывать не буду. И здесь какие-то у нас продаются токены. И 6 токенов за 80 рубаксов. Ну нет, ребят, робуксы я не хочу тратить, поэтому, ну, пока что не знаю, честно. Покупать, не покупать, пока что, как бы, ну, ставьте лайки, может быть, я и что-нибудь куплю, сниму для вас видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Но я на этом буду заканчивать. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, что выпало вам. Ну, а я буду с вами прощаться. Не забывай переходить в телеграм-канал. Ну, я тебе желаю удачи и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока.